Реки, словно сосуды нашей планеты, питают землю и вскармливают цивилизации. Древний шелковый путь проходил через бассейны рек Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ и Янзы, охватывая колыбели зарождения египетской, вавилонской, индийской и китайской цивилизации. И лежал через места сбора буддистов, христиан и мусульман, а также поселения людей из разных стран и с разным цветом кожи. Различные расы, стремясь к единению при сохранении различий, открытости и инклюзивности, плечом к плечу писали прекрасный эпос о взаимоуважении. Шелковый путь, преодолевая пространство и время, служит опорой для процветания. Дух шелкового пути уходит корнями в историю и обращен в будущее. Выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс, один путь» открыла разным странам окно для дружественных контактов. В мире, благодаря более тесным деловым связям и более частым культурным обменам, рождается прекрасная гармония, для которой свойственны взаимопонимание, дружественность, сплоченность и всеобщее процветание. Узбекистан – легендарная страна на древнем шелковом пути, которая достигла процветания благодаря шелковому пути и вместе с тем в течение определенного периода времени была заперта в глубине континента из-за тишины, царившей на шелковом пути. 8 сентября 2013 года, на второй день после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь», председатель Си Цзиньпин посетил это государство. В ходе поездки с очень напряженным графиком он специально пришел в музей вместе с действующим в то время президентом Узбекистана Исламом Каримовым, чтобы изучить исторические истоки обмена между разными народами и цивилизациями. В середине 14 века Тамерлан основал огромную империю и, воспользовавшись преимуществами транспортного узла Шелкового пути, положил начало золотому веку развития Центральной Азии. Тамерлан не только привлек сюда купцов для ведения торговли, но и собрал вдоль шелкового пути более 150 тысяч искусных мастеров, чтобы они построили много знаменитых на весь мир древних городов. Китайские технологии производства бумаги и печати распространились по шелковому пути на запад. Во время экскурсии самаркандский ремесленник специально продемонстрировал председателю Си Цзиньпину пришедшую из Китая технологию изготовления бумаги из молодых ветвей шелковицы. В 751 году нашей эры китайская технология бумагоделания попала в Самарканд. Здесь была построена первая бумажная мастерская. Из этой исходной точки технология производства бумаги начала свой путь на запад. Около 900 года нашей эры первая в Африке бумажная фабрика была построена в египетском городе Каир. Приблизительно в 1150 году в Испании открылась первая бумажная мастерская в Европе. В 1575 году испанцы основали бумажную фабрику в Мексике. Таким образом, технология изготовления бумаги проникла в Америку. Во второй половине 19 века недалеко от Мельбурна была возведена первая в Австралии бумажная фабрика. К этому времени китайская технология производства бумаги, преодолев горы, реки и океаны, распространилась на всех пяти континентах мира. Как мы знаем, Великий Шелковый путь – это была не просто легендарная трасса, а это был культурно-экономический маршрут, который соединял Восток и Запад. Это провинция Шэньси, насколько я знаю. Именно город Сиан стал основоположником, можно так выразиться, Великого Шелкового пути. Вот теперь посмотрите, вот ваш старинный город, который, конечно, может быть, даже древнее Самарканда. Но вы находитесь, ваша родина,
И где находится Самарканд? Вот там. И вот находится Самарканд. Мы сейчас здесь находимся. И какое расстояние, посмотрите, здесь. Но, с одной стороны, оно хоть, кажется очень коротким, потому что мы вас здесь видим. А с другой стороны, если представить себе расстояние, в то время, когда жил здесь Самарканд, это... Я понимаю, что это ощущение Куайта. На шелковом пути, прошедшем через пространство и время, остались свежие следы лидера великой страны. Через 10 лет Амида, которая была в то время экскурсоводом, до сих пор помнит все детали посещения председателем Си Цзиньпином мемориального музея Улугбека. У господина Си возникало множество вопросов, и было очевидно, что он имеет глубокие познания в истории, как и своей страны, так и в истории Центральной Азии. Например, вот здесь, будучи в обсерватории Улугбека, он задавал вопросы, какие именно величины были подсчитаны Улугбеком в 15 веке, и также провел параллель, что и в Китае того же периода, вот мы говорим о 14-м, о 15 веке, также развивались точные науки. Господин Си Цзиньпин подчеркнул, что в современных реалиях мы воссоздаем новый шелковый путь, оживилось. Да, конечно, мы это ощущаем. В Центральной Азии есть древнее расхожее выражение. Я бы отдал мешок золота, чтобы просто увидеть Хиву, которая говорит о былом великолепии этого города, стоящего на шелковом пути. Однако из-за того, что много лет не проводился ремонт, часть зданий в нем потрескалась, а облицовочный кирпич в исламском стиле обветшал и обвалился. Когда сюда по приглашению прибыла китайская команда реставраторов памятников культуры, в древнем городе по-прежнему проживали больше 2000 человек. Необходимо было восстанавливать старинные здания и в то же время по возможности не мешать нормальной жизни населения, что, несомненно, сильно осложнило работу реставраторов. В ходе реставрации китайская сторона также помогла жителям города улучшить условия жизни. Рабочая бригада выложила традиционным местным глиняным кирпичом пешеходные дорожки и площадки для отдыха, а также повысила уровень состояния инфраструктуры на всей улице, в том числе убрала электрические кабели в землю и проложила дренажный трубопровод, а также тщательно отрегулировала степень освещенности каждого объекта. Сохранение предназначено для лучшего наследования и развития. Повсюду преображаются кирпичные стены, каменные стелы и резьба по дереву. Облик всего древнего города, его улиц и переулков постепенно снова приходит в порядок. Қытай халық республикасынан жүрек көпілер мұтағайсыла келіп, өзілерінің үртіде, өзілерінің ханаданында ішілегенде, өзінің мәдәні мирас объектінің реставрация кілгенде, нұқтай нәзір білен ішіліп, яны бізні, ата-бабаларымыздан бізге мирас бұп көген мәдәні мирас объектлеріні тікіләш, консервация кіліш бойынша жүрек үлкен мафакетлі ішілен әмірге ашырышты. С годами дружба становится крепкой, как вино. У членов китайской бригады сложились теплые отношения с местными жителями. Ослепительные лучи солнца над городом Хива манят сюда туристов изо всех уголков мира.
Многие местные жители отремонтировали свое жилье и занялись бизнесом в сфере гостевых домов. На древнем шелковом пути открылись новые возможности, которые принесли людям реальную пользу.《历史是一面镜子》，它照亮现实，也照亮未来。乌兹别克斯坦著名的诗人纳沃伊有这样一句诗：“但愿我们的人民生活的幸福、富有。”这是我们共同的目标和永恒的追求。 В процессе совместного строительства одного пояса, одного пути запечатлены драгоценные воспоминания цивилизации шелкового пути. Солнце всходит и заходит, перистые облака плывут по небу, а шаги по исследованию неизведанного и взаимному обучению не прекращаются. Город Аль-Сириан когда-то был оживленным торговым портом на морском шелковом пути. В 2016 году Китай и Саудовская Аравия подписали соглашение о совместном проведении археологических исследований древних руин. كسر من الخزف البورسلان الصيني وأيضا أوزان وأثقال مشابهة لما عثر عليها في الصين وكان هذا سبب ربما يكون هذا سبب رئيسي لأنه للعمل في ميناء السرية لوجود معثورات ودلائل من مواقع مختلفة في منطقة في الصين. Археологические исследования на шелковом пути – это не просто движение навстречу друг другу. Великий шелковый путь соединял много стран Евразийского континента. Археологические работы часто требуют пересекать границы нескольких государств. Усилия Китая помогли четырем странам – Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистану и Китаю – развернуть совместные археологические работы, чтобы всесторонне и достоверно отобразить историю шелкового пути. 我们对丝绸之路沿线国家历史的了解，是为了更好的认识现在，通过这样的一个了解和认识，来促进我们和丝绸之路国家人民的互相的理解，这才是我们“一带一路”建设的民心基础。 В глубине джунглей Центральной Америки археологическая группа из Китая, используя информацию от первоисточника, ищет на руинах главного города цивилизации майя, Копани, новые зацепки, которые помогут расшифровать загадки взлетов и падений цивилизации майя. На месте руин была выкопана голова бога Кецалькоатля, как две капли воды, похожая на голову китайского дракона, и выгравированная скульптура богини Луны, держащей лунного зайца. Благодаря этим сходствам в цивилизациях Китая и майя была открыта новая тема в сравнительном исследовании древних цивилизаций Китая и зарубежных стран. В диалоге с другими цивилизациями характерные черты китайской цивилизации проступают еще более отчетливо. 李主席多次提的，我们要美人之美，要美美与共，我们要了解其他文明美在何处的话，一定要开展自己的对世界文明的研究。而我们是在了解世界文明的基础上，我们才更有自信地说啊，中国文明它有什么特色，它灿烂在哪儿，为什么我们说我们可以走自己的路。 Высокое уважение трогает душу, а инклюзивность вызывает восхищение. За последние 10 лет председатель Си Цзиньпин посетил руины древнего города цивилизации майя Чичен-Ица, где стал свидетелем чудесной встречи двух цивилизаций. Оглянулся назад на древнюю историю межцивилизационных контактов в Луксорском храме в Египте. Высказал суждение о старинных истоках взаимообучения цивилизаций в древнем храмовом комплексе Махабалипурам в Индии. Объектив истории запечатлел силуэт лидера великой страны, исследующего истинную сущность различных цивилизаций. 五色交辉，相得益彰；八音合奏，
Цивилизации становятся более разнообразными благодаря обмену и обогащаются через взаимное обучение. Это концепция, но в еще большей мере практика. Двигаясь по следам Великого Шелкового Пути, Китай за 10 лет реализовал 33 совместных проекта по сотрудничеству в области археологии. Для Мьянмы и еще 6 стран была обеспечена комплексная интеллектуальная поддержка в плане подачи заявок на включение объектов в список всемирного наследия, такая как планирование и проектирование, разработка решений и подготовка специалистов. Активно продвигалось сотрудничество в сфере сохранения и реставрации исторических памятников, а количество реализованных проектов увеличилось от 1 в одном государстве до 11 в 6 странах. 38.8b.24 adopted. На 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в столице Катара, городе Доха, Китай, Кыргызстан и Казахстан совместно подали заявку на включение дорожной сети Чан'ань-Тяньшанского коридора Великого Шелкового Пути в список объектов всемирного наследия. Это первый объект на Шелковом пути в мире, который был успешно включен в список всемирного наследия. Комитет всемирного наследия считает, что Шелковый путь — это дорога интеграции, обмена и диалога между Востоком и Западом, который за период времени длиной около 2000 лет внес важный вклад во всеобщее процветание человечества. Выйдя из истории, древний шелковый путь излучает в новую эпоху жизненную энергию и силу. В мае 2023 года в Сиане прошел саммит «Китай-Центральная Азия», который стал первой очной встречей глав 6 государств. На сцене сада лотосов династии Тан пипа со скрипкой вели проникновенный диалог и вместе выступали певцы из Китая и 5 стран Центральной Азии. Китай объяснил всему миру цивилизационную сущность, которая состоит в гармоничном сосуществовании. На этой встрече председатель Си Цзиньпин и главы 5 государств Центральной Азии совместно подписали Сианьскую декларацию саммита «Китай-Центральная Азия». Он отметил, что Китай и 5 государств Центральной Азии рассматривают 10-ю годовщину совместного строительства «Одного пояса, одного пути» как новую отправную точку для коллективного формирования новой, углубленной, взаимодополняющей и высшей степени взаимовыгодной архитектуры сотрудничества. Шенхуа文明互鉴增进相互理解筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石携手建设一个相知相亲同心同德的共同体 2000 с лишним лет назад гранатовые деревья из Центральной Азии были завезены в Китай по Великому Шелковому пути. Сегодня председатель Си Цзиньпин и главы 5 государств Центральной Азии поработали лопатами и посадили 6 гранатовых деревьев, которые символизируют тесное сплоченное сотрудничество Китая и Центральной Азии, а также открытие новых путей. Открытость и инклюзивность способствуют широте кругозора, а взаимное обучение помогает культуре переходить через государственные границы. В свете духа шелкового пути через Великий Шелковый путь прямо сейчас открылась новая глава совместного процветания. Мая 2019 года началась конференция по диалогу между цивилизациями Азии. Это состоявшееся в соответствии с графиком крупное гуманитарное событие добавило ароматов в пышный сад цивилизации из 100 цветов. Перед церемонией открытия председатель Си Цзиньпин вместе с лидерами иностранных государств посетил выставку культурных реликвий. 现在保存的非常少，所以这就成为这个可以说是陶瓷中的熊猫，非常珍贵。председатель Си Цзиньпин лично выступил в роли экскурсовода и рассказал иностранным лидерам истории, которые стоят за культурными реликвиями. Каждый памятник культуры повествует об истории диалога, обмена и мирного сотрудничества между разными странами на шелковом пути. Посланники смотрят на дорогу, торговцы идут непрерывным потоком.
суда пересекают море. Их так много, что не сосчитать. Это описание процветания и оживления когда-то царившего на Великом Шелковом пути. Однако этот мирный путь, который изначально должен был быть благодатным и спокойным, из-за частых и длительных региональных конфликтов постепенно затерялся и затих. Ближний Восток является важным узлом, соединяющим Европу и Азию. Здесь представлены несколько цивилизаций, но этот регион давно страдает от нестабильности. 3 января 2016 года Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические отношения. Конфликт обострялся с каждым днем. Через полмесяца после разрыва отношений между этими двумя странами председатель Си Цзиньпин посетил три государства – Саудовскую Аравию, Египет и Иран. В штаб-квартире Лиги арабских государств председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью, чтобы мир услышал позицию Китая по ближневосточному вопросу. В ходе визита председателя Си Цзиньпина три страны по отдельности подписали с Китаем меморандум о взаимопонимании в области строительства одного пояса, одного пути, благодаря которому началось всестороннее сотрудничество в различных сферах, от производственных мощностей до строительства железных дорог, от финансов и инвестиций до аэрокосмической отрасли, от изменения климата до науки и техники и культуры. Аналогичные требования к развитию, сходные задачи в области прогресса и похожие интересы в аспекте роста в свете совместного строительства связующего звена, каковым является один пояс, один путь, открыли совершенно новую дорогу для этого мира. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд родился во дворце Мурраба. Здесь король Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд пригласил председателя Си Цзиньпина вместе выпить арабский кофе и осмотреть фотографии и убранство дворца, а также показал ему групповую фотографию своей семьи. Председатель Си Цзиньпин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд условились усиливать инклюзивность и взаимообучение между двумя странами. Вскоре после этого в Китай приехала выставка «Пути Аравии. Археологические сокровища Саудовской Аравии». Это была самая масштабная выставка культурных реликвий, которую Саудовская Аравия проводила в последние годы в Восточной Азии. 466 экспонатов, представленных на выставке «Пути Аравии», приблизили к Китаю загадочную цивилизацию, подобную собранию сказок «Тысяча и одна ночь». Это важное доказательство обмена между арабской культурой и культурами Востока и Запада.阿拉伯谚语说：“和则通路，愿则垒墙。”这同中国人讲的“交而通，通而和”是一样的，蕴含着深刻的文化哲理。 Подлинное очарование цивилизаций не спит крепким сном в глубинах истории, а обращено в будущее. В декабре 2022 года председатель Си Цзиньпин принял участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также совершил государственный визит в Саудовскую Аравию. Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд и председатель Си Цзиньпин обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. نتطلع في لقائنا هذا للتباحث حول مسائل وقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي. В 2023 году, сразу после праздника весны, в Пекине был принят президент Ирана Ибрахим Раиси, который нанес свой первый визит в Китай. During the visit of President Raisi on February 14 of this year, so
the issue of re-establishing the relation between Iran and Saudi Arabia raised between two presidents, that with their good offices. В марте 2023 года представители двух стран, Саудовской Аравии и Ирана, провели переговоры в Пекине. Ночью 10 марта 2023 года внимание всего мира было приковано к Китаю. Две ближневосточные страны, Саудовская Аравия и Иран, эти древние цивилизации вдоль шелкового пути восстановили дружеские отношения в Китае, отправной точке шелкового пути. Председатель Си Цзиньпин, которому обе страны оказали взаимное доверие, способствовал этому историческому примирению. Мнение международной общественности, дающее оценку, было выражено в таких словах, как «потрясающе» и «беспрецедентно». Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном открыло новую страницу в истории взаимодействия двух стран, а также стало для всего человечества важным шагом к преодолению конфликтов и достижению примирения. На Ближнем Востоке, который настрадался от конфликтов и волнений, словно подул ночной весенний ветер и пошла волна гармонизации. Это блестящая практика стран-участников совместного строительства одного пояса, одного пути по разрешению конфликтов посредством диалога и консультаций, мирному сотрудничеству и созданию сообщества единой судьбы человечества. Мир словно воздух и солнечный свет. Вы можете не ощущать пользу, которую он приносит вам, но лишившись его, вам будет трудно существовать. Развитие без мира будто вода без источника. Процветание без безопасности, как дерево без корней. В течение 10 последних лет Китай активно содействовал разрешению сложных проблем через диалог и переговоры, а также урегулированию разногласий и споров между странами мирными способами. Важно стремиться к развитию в условиях мира и способствовать миру через развитие, чтобы все миролюбивые и приверженные развитию страны и народы шли вперед плечом к плечу. С течением времени сухопутный и морской шелковый путь несколько раз менялись, но стремление людей во всем мире к лучшей жизни оставалось неизменным. Совместное строительство одного пояса, одного пути, которое идет под руководством духа шелкового пути, продолжает привносить в дело мира во всем мире и развитие китайскую мудрость и китайскую силу. Греция – место пересечения сухопутного и морского шелкового пути. Больше 2000 лет назад лучи света цивилизаций Древнего Китая и Древней Греции усиливали и дополняли друг друга на двух оконечностях Евразийского континента. В ноябре 2019 года председатель Си Цзиньпин в ходе визита вместе с действующим в то время президентом Греции Прокописом Павлопулосом посетил музей Акрополя в Афинах. Странствуя по длинной реке истории, транслируя мудрость культуры, межцивилизационный диалог, освещающий историю, прямо сейчас озаряет будущее. Чтобы усилить межцивилизационное взаимообучение, лидеры двух государств совместно решили начать подготовку к строительству центра взаимного обучения китайской и греческой цивилизаций. Human core, which is the same. For instance, there are ideas about self-knowledge and self-understanding that you find in Socrates and in Confucius. And so our hope is that these cultural exchanges will promote understanding and friendship. Aristotle said that a friend is another self. So our friends, our other selves,
if you like, they are like mirrors into which we see ourselves. В январе 2023 года Стелиос Вервидакис и еще четыре греческих ученых направили председателю Си Цзиньпину письмо, в котором выразили высшую степень одобрения цивилизационной концепции, которую отстаивает председатель Си Цзиньпин, и рассказали о планах развития центра и ситуации с подготовительными работами. Меньше чем через месяц они получили ответное письмо от председателя Си Цзиньпина. 20 января 2023 года был официально основан Центр взаимного обучения китайской и греческой цивилизации. На церемонии было зачитано ответ письмо председателя Си Цзиньпина. Пусть лучшее из всех цивилизаций приносит сегодня пользу и служит во благо человечеству. So that was a very, you know, nice feeling, as you can imagine, of being honored by his response. And culture expresses values, and these values are, you know, the power of the spirit, if you like, soft power, if you like, soft power, which hopefully, you know, can be somehow can attract people's attention and also help them change their lives. Благодаря совместному строительству одного пояса, одного пути была написана новая глава о взаимном обучении между цивилизациями и открылось окно, через которое народы разных стран познают цивилизационное многообразие. В июне 2023 года на Шанхайском международном кинофестивале стартовала неделя кино, посвященная инициативе «Один пояс, один путь», на которой были представлены 20 замечательных фильмов из Индонезии, Чили и других государств, показывающих местные обычаи и нравы в странах вдоль одного пояса, одного пути. В рубрике «Специальный показ» греческий режиссер Василиос Силос продемонстрировал свою самую последнюю кинокартину. As they say, you know, in China and maybe Shanghai, everything is possible, because making my dream here in China became possible. Сегодня союз кинофестивалей «Один пояс, один путь» уже развился от 31 структуры в 29 странах до 55 организаций-участников в 48 странах. Обмен информацией, взаимные рекомендации фильмов и передвижные выставки, которых становится больше с каждым днем, открыли совершенно новые возможности для кинематографистов из стран, ведущих совместное строительство «Одного пояса, одного пути», и позволили зрителям из большего количества государств глубже понять различные цивилизации. 168 организаций членов Международного альянса музеев «Шелкового пути» охватывают 5 континентов, а каждый драгоценный экспонат представляет собой иллюстрированную историческую иллюстрацию к интеграции на «Шелковом пути». Альянс Международного фестиваля искусств «Шелковый путь» уже привлек в свои ряды 174 организации из сферы искусства. Красочные художественные мероприятия расцвели пышным цветом на улицах городов. 155 учреждений участников вступили в Международную театральную лигу «Шелковый путь», благодаря чему на сценах разных стран были представлены произведения, демонстрирующие неповторимое очарование культурного слияния. Китай совместно с Россией, Египтом, Малайзией, АСЕАН и другими странами проводит Год культуры и Год туризма. Совместная организация со странами-участниками коллективного строительства фестивалей искусства, музыкальных фестивалей и других мероприятий, а также создание и двусторонний перевод замечательных книг, радиопередач, телевизионных продуктов и фильмов эффективно способствует взаимопониманию, взаимоуважению и взаимной симпатии между людьми из разных стран. В каждой части мира, породившей блестящую цивилизацию, есть свои переливчатые мелодии, которые звучат и сегодня. На гала-концерте по случаю праздника весны артисты из 9 стран-участников совместного строительства «Одного пояса, одного пути» собрались вместе в облаке, чтобы под аккомпанемент китайских деятелей искусства вместе спеть песню цветов, распустившихся вдоль одного пояса, одного пути. Слова песни с помощью музыки рассказали о том, как «Один пояс, один путь» прославился на весь мир. Китай и
Узнав накануне праздника весны этого года новость о том, что пограничный пункт пропуска Мохань возобновил таможенное оформление, один друг из Лаоса не мог дождаться, когда приедет в Китай. Песня в стиле рок-н-ролла «Один пояс, один путь», которую лаосский певец Атхисак Ладхданавонг исполнил в 2017 году, получила десятки миллионов лайков от аудитории в двух странах – Китае и Лаосе. Когда в 2021 году открылось движение по китайско-лаосской железной дороге, еще одна написанная им песня «Взлет с китайско-лаосской железной дороги» выразила ожидания и надежды, которые народы двух стран возлагают на эту железнодорожную линию. В поезде много китайских пассажиров вместе с Атхисаком спели песню про китайско-лаосскую дружбу. แนวใดเฮามีสายน้ําของเป็นเต็นเนี่ยฮอดใต้ใส่น้ํากันเนาะแน่นอนก็มีเฮาผูกพันทางเสื้อชาติทางเอกลักษณ์ทางสนกระทั่งก็ทางเสื้อชาติน่ะคนเอเชียน้ํากันเนาะซึ่งซะและที่สําคัญบัดนี้เฮาก็สิมีเส้นทางรถไฟตัวนี้ที่เฮ็ดให้เฮาก้าวหน้าไปพร้อมกัน По мере того, как распространяются песни о шелковом пути, расстояние между людьми и сердцами становится все короче. Люди с помощью музыки передают взаимные эмоции, которые родились благодаря одному поясу, одному пути, и измеряют спектр многообразия цивилизаций вдоль шелкового пути своими шагами. 58 городов из 26 стран рассматривают возможность создания туристического альянса городов шелкового пути. На сегодняшний день Китай уже установил безвизовый режим или порядок оформления визы по прибытии с почти 70 странами-участниками совместного строительства одного пояса, одного пути. Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия, Румыния, Словения и другие страны Центральной и Восточной Европы привлекают все больше туристов из Китая. За 10 лет Китай подписал документы о сотрудничестве в сфере культуры и туризма со 144 странами-партнерами по коллективному строительству одного пояса, одного пути. В целях содействия взаимному обучению между цивилизацией Китая и другими цивилизациями планеты в 32 странах-участниках совместного строительства «Одного пояса, одного пути» были созданы иностранные центры китайской культуры. Союзы мозговых центров «Один пояс, один путь», которые консолидируют все стороны на созидание знаний и активно проводят специализированные симпозиумы, уже развился до объединения в общей сложности 122 партнеров из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Международный медиа-обмен и медиа-сотрудничество тоже стабильно продвигаются вперед. Сообщество международного телевизионного сотрудничества «Шелковый путь» уже выросло до 143 структур в 63 странах и регионах, став платформой для диалога и сотрудничества, способствующей нормализации и профессионализации международного партнерства в сфере кино и телевидения между средствами массовой информации, имеющими отношение к совместному строительству «Одного пояса, одного пути». За 10 лет спорт, который не знает различий по цвету кожи, регионам и языкам, стал важным мостом для укрепления понимания и возникновения дружбы между странами-участниками коллективного строительства «Одного пояса, одного пути». Сегодня гонки на драконьих лодках, несущих в себе культурный код китайской нации, завоевали популярность во всем мире и нравятся все большему количеству иностранцев. I think that the dragon boat race really reflects Chinese values, such as passion, for teamwork, for harmony, full involvement in the race together, to fight as a team together. And it transmits the Chinese culture, such as love for unity, for peace. It gives a very good image to the people here. На протяжении 10 лет сотрудничество и обмены в области спорта вдоль одного пояса, одного пути становились все более активными. Китайские тренеры по настольному теннису и бадминтону поехали в страны-участники совместного строительства, чтобы помочь местным спортсменам и их наставникам повысить свой профессиональный уровень. В то же время эксперты по зимним видам спорта из России, Австрии и других стран приехали в Китай, чтобы поделиться передовыми технологиями и успешным опытом в областях, в которых они обладают преимуществом. 众瞩目下，两名火炬手将火炬嵌入白鸽环绕的大雪花中央。В начале весны 2022 года спортсмены из разных стран и регионов мира собрались в Пекине, чтобы скользить по льду и мчаться по снегу.
Все эти элементы, от приветственной сосны на церемонии открытия до ивовых ветвей на церемонии закрытия, от зажигания главного факела до запуска фейерверка «Один мир, одна семья», маленькие снежинки, которые собрались в одну большую снежинку, представляющую китайский романтизм, и превратились в вечную мелодию всеобщего благоденствия на всей планете. Зимние Олимпийские игры в Пекине совпали с китайским праздником весны. В пятый день первого лунного месяца председатель Си Цзиньпин провел банкет для гостей изо всех стран и международных организаций, присутствовавших на церемонии открытия. Перед тем, как попасть в банкетный зал, гостям нужно было пройти через коридор нематериального культурного наследия, в котором они ощутили очарование традиционной китайской культуры и погрузились в насыщенную атмосферу китайского Нового года. Когда фигурки из теста, эти объекты нематериального культурного наследия, оказались на зимних Олимпийских играх, традиция соединилась с современными трендами и засияла новыми красками. Томас Бах с удовольствием придал последний штрих талисману Биндуньдуню. В этот момент мир увидел, что на зимней Олимпиаде в Пекине царит еще более сильная сплоченность. Thank you very much, Mr. President. With this 300 million Chinese people being involved in winter sports is also something we have not seen before. 2020年冬季奥运会提出了更团结，这也是我们时代当前啊最需要的声音，最需要的举措。这个人类。 命运何去何从? 我们都是在一条船上。 我说与其是分到190座小船上, 应该组合成一个大船, 或者组合成一个联合舰队, 这样全人类呢, 才能够实现一个更加美好的未来。 В одиночку тяжело подняться, а тем, кто двигается вместе, легко идти вперед. Человечество, обладающее общей судьбой, может сообща прийти к процветанию. Оглядываясь назад на историю, мы видим, что в течение 10 лет, которые прошли с момента выдвижения инициативы «Один пояс, один путь», коллективное строительство шло в духе шелкового пути, основанном на мирном сотрудничестве, открытости и инклюзивности, взаимном обучении и взаимовыгоде. Прекрасное стремление к гармоничному сосуществованию и великому единению в мире притворялось в жизнь под руководством принципов совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. Более 3/4 стран мира рука об руку вместе написали трогательную главу о построении сообщества единой судьбы человечества. Это была совместная работа по созданию лучшей жизни. За 10 лет в Китае почти 100 миллионов человек избавились от крайней бедности. Китай также поделился этим опытом с попутчиками по одному поясу, одному пути. Трава счастья, сладкая вода из скважины и электрический свет – все это появилось благодаря тому, что благополучие народа неизменно рассматривается как цель, требующая сокращения бедности, лечения болезней и передачи знаний. Страны-партнеры по совместному строительству одного пояса, одного пути вместе написали на величественной картине шелкового пути иероглиф «Человек», который состоит из двух поддерживающих друг друга черт. Это было продвижение вперед совместного развития в любых, даже самых суровых условиях. В течение 10 лет страны-участники коллективного строительства общими усилиями совершали прорывы, прокладывали дороги, преодолевая препятствия, и возводили мосты. По всем направлениям от части Африки, расположенной к югу от Сахары до внутренних районов Европы, через горы и реки устанавливалось соединение. Во всех областях от механизма мультимодальных перевозок китайско-европейского экспресса до правил свободной торговли высокого уровня плечом к плечу шла коллективная работа, сокрушающая все преграды на пути. На протяжении 10 лет люди беспрепятственно передвигались, а товары свободно перемещались. Страны-партнеры по коллективному строительству вместе нарисовали новую картину взаимосвязанного шелкового пути. Это также были совместные поиски пути к гармоничному сосуществованию человека и природы.
За 10 лет концепция, сформулированная в выражении «зеленые горы и изумрудные воды», несметные сокровища глубоко укоренилось в сознании людей. Китай вместе со странами, участвующими в создании одного пояса, одного пути, содействует координации экономического развития с экологией и защитой окружающей среды, активно реагирует на изменения климата, меняет образ жизни и способы производства, чтобы вместе защитить наш общий дом, а зеленый фон на новой картине «Шелкового пути» постепенно становился насыщеннее. Благодаря уважению возникает инклюзивность. Инклюзивность порождает разнообразие, а через разнообразие приходит великолепие. За 10 лет коллективного строительства межцивилизационные обмены прошли через барьеры межцивилизационной отчужденности. Взаимное обучение между цивилизациями преодолело столкновение цивилизаций, а гармоничное сосуществование цивилизаций перешло через цивилизационное превосходство. Через 10 лет коллективного строительства мелодия, звучащая вдоль одного пояса, одного пути, все еще остается вступлением к симфонии совместного движения человечества вперед. На пути к процветанию совместное строительство в рамках инициативы «Один пояс, один путь» непременно будет сопряжено с более значимой исторической миссией, состоящей в том, чтобы мечта о сообществе единой судьбы человечества преодолевала пространство и время, созидая будущее.